Трубчевский хлебзавод к Свенской ярмарке подготовился основательно. В этом году упор сделан на сувенирную продукцию. Караваи, баранки, картины и поделки из соленого теста, хлебное дерево. Такое разнообразие сразу привлекло покупателей. Да вот булочку здесь взяла у девчонок. Сказали, очень вкусная. Хотя попробовала ее, да, мне она очень понравилась. Нам понравился как вот, хлеб, трубчевский хлеб. Бородинский. Домой будете брать? Да, купили уже. Сейчас еще купим хрюшечку. Нравятся мне вообще мелкие бараночки. Они вкусные. Компании «Трубчевск хлеб» более 30 лет. Сегодня она выпускает больше 100 видов продукции. Одного хлеба 22 вида. Есть и новинки – булочки с творогом, сгущенкой, корицей, конфитюром, бисквитные пироги. Праздничные караваи и хлебные корзины «Трубчевск хлеб» делает на заказ. В сутки завод выпекает 6 тонн изделий. Набрали разных вкусностей и тульских пряников с завода. И хлеб трубчевский нам очень нравится. Мы взяли вот хорошую выпечку, удобно к чайку. Придем, чайку попьем. К слову, батоны и хлеб допекаются в течение дня, что позволяет перевозить их на прилавки магазинов Трубчевска еще горячими. Продукцию хлебокомбината можно приобрести и в крупных сетевых магазинах Брянска и области. Екатерина Пармон, Анатолий Чекрыгин, события Брянский район.